Безопасность детей во время осенних каникул обсудили на пресс-конференции сотрудники полиции и прокуратуры, госавтоинспекторы и спасатели. Они рассказали о причинах и последствиях происшествий с участием несовершеннолетних на примере реальных ситуаций жизни. Так, с начала 2024 года отмечено 729 таких происшествий. Но главное, в результате гибнут дети. Об этом говорит статистика. За 2024 год на водных объектах погиб 21 подросток, на пожаре – 4, а в ДТП – 15. Представители ведомств и силовых структур призвали родителей внимательно относиться к своим детям и регулярно проводить с ними профилактические беседы на тему безопасности. Прокурорский надзор направлен на то, чтобы органы местного самоуправления, субъекты системы профилактики приняли исчерпывающий комплекс мер по недопущению фактов гибели детей. Но еще раз все-таки вернусь к родителям и напомню им, что в силу семейного кодекса обязанность за воспитание и развитие несовершеннолетних, забота о их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии лежит прежде всего на родителях.